Даже корейки жили. Продолжается тема юрского периода. Всем привет! Вы на канале Family Box Vlog. Что у нас с... Мою комнату нельзя заходить, он делает подарок. Данил дома. А, значит, что мы делаем в день, когда мы 24 часа сидим дома? А, к счастью, никто не отменял занятия, которые могут проводиться у нас дома. Поэтому дома сейчас Милана занимается с педагогом по вокалу. Пойдемте посмотрим. Я когда сижу на горшке. Мама, дай. Это ложный. Да как? Да как? Во, я могу дать. Так, так. Да, да. Сейчас ничего не напрягается, да. Абсолютно расслаблен. Вот она, понимаете, это называется исполнитель. Толстое состояние связки, то есть это самый низкий звук, который на самом деле связки могут издать. Самый низкий звук, это вот этот звук. И это невероятно, это похоже очень полезно, на... когда голос садится, если садится голос, если чувствуешь, что все прям, ну, горло болит, это прям очень полезно, вот это делать. Поняла, горло болит, делаешь. Да я даже не умею этот звук делать. Учись. Ты со временем научишься. Пойдем с нами, Лаки. Не-не-не-не. Выходи. Вот так вот, короче, занимаются ребята сейчас вокалом. Вот, а потом у меня есть интересная идея. Мы хотим посмотреть фильмец. Милан, пойдем вниз. Я хотела с вами фильм посмотреть. Иду. Пойдем-ка мы с тобой посмотрим фильм вниз. О, давай! Короче, сейчас эти ребята отправляются в мир юрского периода. Я сейчас ничего не знаю. Юрский период – это тогда, когда существовали динозавры. Представляешь? Я серьезно. Давай посмотрим. Окей. Пери. Пери. О, да. О, да. Пери, да. Мир юрского периода. В мире юрского периода жили именно только динозавры, людей не было. Представляешь? Нет, ну... Ну, не люди, а вот эти... Да, вот эти. Даже корейки жили. Они вот так качаются. Да, типа того. Блин, кстати, я бы очень хотела увидеть настоящего динозавра. Я тоже очень. Да? У меня есть одна идейка. Пойдемте покажем. Интересно. Посмотрите, что у меня для вас есть. Что это? Это игрушки юрского периода. Между прочим, от Mattel, а это значит, мы все знаем, что Mattel делает максимально приближенные, реалистичные, да? Да? Да. Знаешь, ну да. Вот, собственно, это все знают, поэтому мы сейчас с вами окунемся в мир юрского периода и посмотрим динозавров, как будто они вот только что вышли с юрского периода. Давай. Готовы? Давай. Сейчас я принесу ножницы. Готовы? Да! Oh, no, 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 no. Давай!
Не терпится уже познакомиться с вашим новым другом? Да. Здесь какой он? Мне тоже. Эш, какой динозавр-то крутой! А тут две упаковки, такие для мамы и папы. Каждому из вас. Мне вот этот. Как вы их назовете? Джонни и Фред? У меня Рекс. Именно так. Не знаю. У меня Рекс. Рекс? Да. Ой, дрыщи! Ой, смотрите, как реалистично. Ну-ка, Милан, еще раз, ты на что? Вот так вот. Мне нравится вот эта штука, это намордник. Вот оно, вот. Мама, это намордник. Это намордник, как сейчас в фильме. Помните, мы с вами смотрели? Мам, можно скорее открыть? Очень интересно. Давай. Вообще. Так, сначала убираем мой Рекс. Мне он так нравится. Я никогда не любила динозавров, но, блин, мне так нравится. Но Маттел делает так, что ты полюбила динозавров, вообще. Да? Так, да, сейчас мы его распакуем. Да хватит, ему больно моему Рексу. Да почему же ему больно-то? Вот сюда, кстати, надо нажимать. Вот здесь, видишь, на спинке? Да. Смотрите, как он умеет круто ходить. Смотри. Раз, два, раз, два. Короче, я поняла. Сегодня, я чувствую, вы будете заниматься только тем, что играть в этих динозавров. И сегодня, и завтра, и послезавтра мир юрского периода проникнул в наш дом. Вот так! Ну что, ребят, вы готовы узнать, кто новая парочка для вашего юрского периода? Да! Та-да-да-да-дам, там, та-да-да. Кто? Это кто? Это вот я такие вот два крутых жителя юрского периода. Мне очень нравится его упаковка и его вообще формат. Это так прикольно выглядит. Представьте, такой динозавр по Москве. А я иду, гуляю по Москве. И там Т-рекс такой. Бом-бом-бом. Посмотри, какие у него тут шипы. Да. Да? То есть он вот так атаковал. Ха, такой. Это дубина! Я влюбилась в этого малыша. Влюбилась? Слушай, а давай это поиграем. Это еще не все. Ребята, кажется, сегодня наш дом превратится... В Динорекса. В Динопарк, в Диноленд. Да, в Диноленд. Я, кстати, всегда любила ходить в Диноленд. Я сейчас вам покажу. Здесь такое, такое. Просто, Милана, ты сейчас будешь в восторге. Они такие классные, посмотри. Это же ребенки. Ой, какие же ребенки. Смотрите, какие они классные. Блин, они реально такие классные. Ты моё маленькое. Мама. О, тут еще кое-что. Уже побыл. Чего? Это не все, там еще есть три коробки. Он, ой, мама, смотри, он трясется, у него хвостик трясется вот так вот, и лапку вот. Ты такой хорошенький, да? Прям готовый в это прям. Слушайте, ну мне даже страшно открывать и предполагать, кто будет здесь. Это его. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто нас ждет здесь? Готовы? Да. Милан, Дань. Та-да-да. А давайте я буду тянуть, а вы помогайте, потому что он тяжелый. Давай. О-о-о! Вот это махина! Это кто? Ой, он жуткий и реалистичный, ребята. Мам, у него грудь. Он как настоящий. Да. Вот это да. Давайте его распакуем. Мама, у него грудь. Явно не потому, что он бедный и несчастный. Скорее, потому что он хищник, который охотится за всеми и всех. Да. Капец.
Ребят, как вы думаете, кто сильней? Вот этот один или вот эти двое? Как вы думаете, если они начнут драться? Ну, они-то вдвоем, а он-то один. Ну, посмотри на эту махину. Ну, он, да. Ну, просто... у него руки, как у человека. Такие пальцы. Маленькие, да? Пальцы у него прям. Ну, все, Даня сразу сказала, это будет его, да? Да, это будет его. А у меня есть да сын. Он больше, чем сын, ты. Сын, он самый милый на свете. Милана! Да, кстати, это вот его ребеночек. Мам, посмотри, как он может вытягивать шею. Сейчас, ну, давай вытащим его. Это просто моя любовь. Я когда увидела, что мама его достала, я такая... Где мой червя? Мне кажется, он реально не понимает, это живое существо или игрушка, потому что у него такой взгляд. А, настолько они реалистичны, он не понимает. Да, и рык настолько все реально, что он не понимает. Вот самое, что интересное, смотрите, есть просто с максима до минима. Вот самый большой, потом вот этот, потом вот, вот этот, потом вот этот, потом вот этот, а потом вот эти маленькие. Просто с большого до маленького, это капец. Битва титанов! Мне кажется, Лаки точно выиграет! Столько восторга у детей вызывают эти динозавры. Ребят, знаете, что я хотела вам показать? Я хотела вам показать приложение. Приложение Jurassic World. Знаете, что можно делать с этим приложением? Сканировать QR-код на лапках наших классных динозавров. И... получать о них новую информацию. Они сейчас у нас просто оживут. Смотрите. Давай. Вот что. Не трясись. А я боюсь. Раз, два, все, все, все. Вау. Круто. Угу. Смотрим. Ну, со всех сторон. Реально он как тут. Он, так это он. Это он. И зовут его Барионикс. 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 Почти. А вот так? Он звучит. А давайте вот этого. Отсканируем и посмотрим, как звучит он. Давай-ка. Что он? Фокус, фокус. Бам. Бам. Это аллозавр. Аллозавр. Я посмотрите. Знаю, в школе приходили. Аллозавр. А если вот такой вот юрский период. Ну, а в этой коробочке у нас были вот такие вот классные реалистичные пазлы с практически живыми динозаврами, да, Дань? Да. И я знаю, кажется, кто это будет собирать. Даже не думай, даже не думай! Не упади со стула, но собирать, скорее всего, придется тебе, потому что это 7+, и я уверена, что ты справишься. Давай поспорим? 9 лет, а нам собирать. А Милана нас не умеет. Я отстала. А еще тебе будет вот такой бонус. Классный, офигенный, просто чумовой. Это за давай. Пазл? За пазл, да. Это рюкзак, чумовой инструмент. Просто класс. Милана! Милана, посмотри, какой у него офигенный, крутой, мужской такой прям, офигенный. Это мой лайфхак к вам. Хотите спокойно попить чай или отдохнуть? Завлекайте детей чем-то действительно интересным. То, что им будет действительно по душе. А игрушки от Mattel? Это всегда высокое качество. И это видно. Я помню их дом. Папа! Дай ему 3 минуты. Он летает, и знаешь, он такой подлетает и такой... И улетает. Люблю очень траву. Вау! Это тоже, да, наверное, повезло.
Мне вот эти ручки. Посмотрите, какие они маленькие, как настоящие. Да. И, кстати, тут у него 3 заряда. Очень маленький, средний и самый огромный. Просто целый мир юрского периода. Да, согласен. Даже больше динозавров. Время полничать. Держи твой чай. А Милана, как всегда, в поиске. Я хотела сказать, да, чуть не забыла свою любовь. Ну да, типа они едят. А я в поисках еды. Милана и холодильник, 2 вечных друга. Да. А кто у нас тут пришел сегодня? Целый день не было его. Посмотрите, уже вечер, на улице уже темно. Кстати, темнеет рано. И за щеку держится, да? Да, расскажи. Да, я сегодня ездил к стоматологу, и мне сегодня делали 4 анестезии, чтобы вы понимали. Это 4 укола вот в нижнюю челюсть. Я ее сейчас не чувствую, и у меня такое ощущение, что я сейчас... А попробуй похвастаться улыбкой. А что я хвастаться? Вот, видите, какая у нас белая, чистая, красивая улыбка, потому что папа делает зубы все время ходит. Да, ну у меня теперь зубы болят, и я не могу нормально покушать и разговаривать мне так себе. А все теперь? Ну, ты все сделал? Почти, да, вроде бы. В смысле почти? Что-то еще? Ну, там есть небольшие недочеты, но в целом все ок. Ну, а вообще, да, уже вечер, на улице темень, а я хотела вам показать. У нас продолжается тема юрского периода. А покажи, где ты ее вот. Вот тут. Вот что значит круто заинтересовать детей. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех событий. Всем удачи, всем пока-пока.